Накануне Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике без обручального кольца, которое принц Гарри преподнес ей на помолвку в ноябре 2017 года. Весной прошлого года после венчания у герцогини Сассекской появилось еще одно кольцо, скромное классическое украшение без камней. После свадьбы она, не снимая, носила два кольца вместе. Однако накануне на праздновании Дня Содружества нации Меган пришла только с одним украшением на левой руке британскую прессу. Как ни смешно, факт отсутствия обручального кольца на пальце Маркл встревожил. В СМИ высказываются предположения, что Меган могла снять украшение после ссоры с мужем. Впрочем, их вчерашний совместный выход в свет опровергает эту версию. Меган и Гарри вчера посетили сразу два важных мероприятия. Сначала они прибыли в офис высшей комиссии Канады, где дали старт празднования Дня Содружества, а после первыми приехали на торжественную службу в Вестминстерское аббатство, которое транслировалось по телевидению. Следом за ними на праздничное мероприятие прибыли принц Уильям с женой Кэтрин, принц Чарльз с Камиллой и Елизавета II. Между прочим, присутствовавшие в аббатстве гости обратили внимание, что две якобы враждующие герцогини, кембриджская и сассекская, поприветствовали друг друга поцелуем в щеку. Похоже, что слухи о серьезном конфликте Меган и Кэтрин все же сильно преувеличены. Жены внуков Елизаветы II очень тепло общались между собой до начала службы.